Слушайте, мне кажется, нас с вами объединяет одна маленькая вещь, всех вообще, да? У каждого из нас с вами есть вот такая вот подруга или друг, у которого там, знаете, подписчиков 200 штук, и вот он проводит рубрику «Вопрос-ответ» и либо делает вид, что он какой-то потрясающий знаток какого-то определенного бизнеса, либо же ему кто-то, блядь, задает вопрос на английском из серии «What's your favorite color?» Понимаете? И вот начинает «I don't know, my favorite color is green, because it's like a grass, and I like it so much». И я просто каждый раз я смотрю на этих людей, и я пытаюсь понять, давно вы, блядь, стали такими worldwide? I'm European, what's going on, what's happened? Объясни. Как мы проебали этот момент твоей вот такой вот, я не понимаю, вот этой вот, такого коннекта? А? Пиздец. У меня на весах минус 4 килограмма, рубрика «Мора Билайк», проснулись, ванулись, утро доброе, если бодрое. Вот здесь вот второй подбородок есть, но вообще в целом, ну прям почти можно гиалуроновыми углами стекло резать. Не пиздец.